250 экспертов из 50 стран мира собрались в Ульяновске, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее электронных правительств ВИГОУ. Ульяновск стал четвертым городом мира после Сеула, Барселоны и Чэнду, который принимает ассамблею, посвященную развитию умных городов. ВИГОУ в четвертый раз в истории соберет мэров городов и руководителей крупнейших IT-компаний мира. Они представят передовые достижения в сфере электронного управления. Программа Генеральной ассамблеи состоит из 6 сессий. Также состоится подведение итогов третьей премии WeGo. Претенденты на победу – это авторы 76 проектов из более чем 50 стран.